привет! Сегодня я хочу вам показать вот такой вот макияж-маска на карнавал, либо на Хэллоуин. И если вам интересно, как я его сделала, оставайтесь со мной. Для начала я возьму кисть от Sigma и вот такое вот тональное средство от Lumine. И нанесу его на все лицо. Затем я закреплю все пудрой. И теперь приступим к оформлению нашей маски. Я возьму белый карандаш, у меня от H&M, и прорисую такую форму, как я хочу сделать, какой формой я хочу сделать свою маску. Я возьму вот такую вот ленту с пайеточками, возьму клей для ресниц и аккуратненько вдоль нашего контура приклею наш ободок. И аккуратненько приклеиваем. Я начну отсюда, с конца. Вот мы ободочек нашей маски уже приклеили, оно хорошо сидит. Теперь приступим к макияжу наших глаз. Ну, начнем мы, наверное, с того, что нам нужно расчесать брови вверх. Вот таким вот образом. Мы возьмем вот такую вот тоненькую кисточку. Вот такие вот черные тени. И будем рисовать. Итак, начнем с носа. Затем я возьму скошенную кисточку и сделаю эти линии поярче. Затем я возьму вот такую вот маленькую кисточку, возьму вот такой вот оттенок теней, сливовый, и буду наносить его на наш черный цвет и растушевывать. Затем я возьму вот такую вот кисточку. Затем возьму вот такую вот кисточку. И возьму вот такой вот оттеночек теней. И буду растушевывать его вместе со сливом. Совсем немножко.
возьму вот такой вот светлый оттенок. Нанесу его под бровь. Вот сюда, возле нашей рамки. Таким вот образом. Также растушую здесь на носу. Затем я возьму вот такой вот оттеночек рядом с этим светлым и нанесу его на вот эту вот часть. Затем мне понадобится подводка, то есть использовать вот такую вот тоненькую кисточку. Мы рисуем тоненькую линию. Также я этой стрелкой немножко продолжаю вот эту вот линию. Как бы подчеркиваю ее. Затем мы переходим к накладным ресницам. Приклеиваем наши ресницы. Ресницы мы наклеили, теперь я снова возьму тоненькую кисточку и подводку и закончу макияж нашего глаза. Вот здесь вот внизу я ставлю такие точечки. То же самое мы сделаем и под бровью, только мы не будем затрагивать темный оттенок, а поставим такие вот точечки только на светлом оттенке. Затем я, конечно же, прокрашу ресницы тушью, нижние и верхние. Как бы верхние соединю с наклеенными ресницами и нижние. Итак, чтобы закончить наш макияж, мне снова понадобится подводка и вот такая вот тоненькая кисточка. Мы будем рисовать точечки вреносице. Подводкой мы закончили. Теперь перейдем к бронзеру. Я буду, как всегда, использовать бронзер от Clairis. Теперь последний штрих – это губы. Я буду использовать вот такой вот карандаш и вот такой вот блеск. Сначала нанесу карандаш. Затем блеск такого же оттенка.
и макияж готов. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!